Я хочу в камеру заявить, я ответственности за этот трюк не несу. Потому что он все делает собственноручно. Готовы? Давайте я вам помогу. Давайте сигарету. С вашего разрешения. Все видно, да? Я беру сигарету и вставляю в пиджак. Я не тушу сигарету, пиджак дымит. Любой желающий может подойти и посмотреть. Я взрослый и честный человек. Давайте вторую сигарету. Сигареты самые настоящие. Любой желающий может подойти и затянуться. Я беру вторую сигарету, ребята. И, Стас, я вставляю вам в пиджак вторую сигарету. Не тушу ее. Любой желающий, я повторяю, понюхайте. Паленым пахнет? Нет, просто понюхайте. А он проверяет. Молодец, наш человек. Проверяет, тоже из неверующих. Я беру третью сигарету и ваш пиджак вставляю на ваши глаза. Я никуда не убираю руки. Я работаю только с закатанными рукавами, ребята. Тушу все три сигареты у вас перед лицом. Никуда не убирая руки, ребята. Вот одна рука, вот вторая. И прямо у вас под носом я растираю пиджак и показываю. Ни сигарет, ни дырки от сигарет, ничего нет. Абсолютно целый пиджак. Железные люди не горят, жму руку. Как он это делает? Руками и с улыбкой. Куда они делись? Я зафиксирован. Смотрите, одна рука моя зафиксирована. Я беру три сигареты. Три. Готовы? Итак, внимание. Одна. Я не тушу ее. Дымит. Вторая. Смотрите со всех сторон. Третья сигарета. Дымят? Стас, сейчас будет чуть-чуть тепло, но руку не забирайте, хорошо? Я тушу все три сигареты вам в ладонь, но в своем кулаке. Никуда не убираю руку. Вот так чуть-чуть, чтобы всем было видно. Сжимаю кулак и медленно разжимаю. Спасибо за аплодисменты. Эти аплодисменты Стасу. Да, но это все фигня. Показать вам самый настоящий трюк. Да. Вот скажите, что я еще делал? У него мужик из Нежэкономбанка поднялся. Да, я со зрителем просто брал зрителя за руку, и мы поднимались. Охуеть! Я еще раз услышал это слово, да. Я не возвращаю к ногам. Но не уходите, сейчас покажу чьи фишку. Да. Она нам не нужна. И я попрошу, ставьте, пожалуйста, палец, который вам не жалко. Держите за горлышко, вот так. Я беру пробочку, ребята, и в ваших руках, очень ласково и медленно, закидываю ее внутрь. Проверяйте. Если... О, классный кадр был, вы нифига себе, спасибо вам за ваше лицо. Если найдете хотя бы один надрез, я тут же даю 15-20 тысяч евро, я могу это сказать, 25, здесь уже больше. Да. Ребята, на этом мое шоу заканчивается, но я еще не ухожу, я спущусь к вам в зал и покажу действительно настоящие трюки. Спасибо за аплодисменты, за ваш восторг, аплодисменты Стасу, Алексею Новаскому, Сергею Стопаке, Осип, с днем рождения! Сережа, молодец! За твой канал, за твою семью. Я вам желаю, чтобы у вас появились еще и большие детки, и невзирая ни на какие препятствия. Я думаю, что это произойдет. И пусть они лучше будут похожи на маму, а такие деятельные, как папа. Я знаю, что ты поклонник Стинга. Я слышала об этом, да? Так вот, небольшой сюрприз. Ура! Ура!
Мишу, которые пришли вместе с ними порадоваться, вместе с семьей. Пусть они вместе задувают эту красоту. Это новый год жизни его. Я пожелаю тебе от всех присутствий, чтобы новый год вам с Лерой принес. Чтобы у вас были хорошие новости. Чтобы судьба радовала вас новыми позитивными моментами, днями и свежими. Чтобы дети радовали вас. Чтобы мама не болела. Чтобы бабушка желала радость вам. Чтобы всем нам было хорошо. Это был замечательный вечер. Сегодня вместе с именинником. Да, мы не прощаемся. Да. Этот торт сожрём, скажу вам честно, без всяких интеллигентных встреч. Да, мы сегодня купаемся, получая славу этого лысого счастливого человека. Этих лысых счастливых людей. Я хочу сказать, я не знал, как это будет и как это вообще выглядит. Вот, я очень волновался. Ну, ночь, в принципе, я спал, но так. Я думал, как бы так сделать, чтобы всем было вкусно. Я стремился к тому, чтобы... Потому что все-таки путь, как говорят женщины к мужчине, лежит через жопу. Вот, но тем не менее, все равно гости, друзья должны вкусно поесть. Я об этом думаю очень... Долго, действительно потрясающе вкусный ресторан. Огромное вам спасибо, господа повара. Я надеюсь, что вот именно вкусность, сочетание вкусности и компании хороших людей, которым приятно друг друга видеть. Залог хорошего вечера. Это правда. Я был на 45-летии у Сергея Витальевича Кожевникова. Я видел, как это было красиво, солнечно, по-итальянски вкусно. Я хотел, чтобы у меня тоже была итальянская кухня. Конечно, зависть — это плохое чувство, но не в этом контексте. Но не в этом контексте. Самый интеллигентный, самый талантливый, самый уважаемый. Жалко, что не пришел. Самый комфортный. Самый комфортный. Которого любят все. Который абсолютно органичен. Который, без которого не, ну, трудно представить себе вечер. Внимание! Которого я уже очень привык. Коля тренировал? Валерий Миланович Сюткин. Огромное ему спасибо. Спасибо, ребята.